все эти процедуры подразумевают только одно, что сперматозоид извлекается непосредственно либо из ткани яичка, либо из ткани придатка яичка. Если это происходит при открытой операции, процедура в конце имеет букву Е. Экстракция, извлечение. Если это происходит путем обычной пункции, в конце последняя буква А. Аспирация. Также извлечение сперматозоида может быть произведено при помощи микрохирургической техники. Тогда первая буква стоит М.